Сегодня я хочу сделать такой обзорчик по масочкам для лица, которым пользуюсь я лично от Сибирского здоровья. Потому что многих интересует, какая у нас есть косметика. Первая маска, о которой я хочу рассказать, это питательная маска для лица с маслами облепихи, абиссинской горчицы и черного тмина, которые питают кожу, наполняют ее живительной влагой, дарят ощущение комфорта, эффективно питают, стимулируют регенерацию клеток, повышают эластичность, улучшают цвет лица. Растительные компоненты разглаживают мелкие морщинки на шее, вокруг глаз и губ. Уникальное сочетание полиненасыщенных жирных кислот в составе этой масочки и глицеридов обеспечивает активную защиту от УФ-излучений и морозного воздуха. Крем-маска стимулирует регенерацию и способствует заживлению повреждений кожи, таких как ссадины, раздражения, шелушения. Здесь 100 мл, ее даже можно использовать вместо ночного крема для лица. Следующая масочка – это обновляющая. Запускает процесс обновления клеток, отлично работает в условиях стресса, цейтнота, да, большого города. Защищает от негативного воздействия окружающей среды. Выравнивает цвет лица, защищает от стресса и преждевременного старения. Она мне тоже очень понравилась, всем рекомендую. Следующая масочка, которую я пользуюсь, глубоко очищающая маска для лица с термоэффектом. С эфирными маслами она убирает загрязнения, сужает поры. Фарфоровая морская глина в составе регулирует работу сальных желез. Экстракты растений улучшают микроциркуляцию крови. Комплекс Endemix обеспечивает сохранение молодости на клеточном уровне. Три в одном. Детокс и очищение, обновление и защита от преждевременного старения. Искренне рекомендую. Следующая масочка, от которой я в восторге, это криолифтинговая маска для лица. Это моментальное преображение кожи. Она охлаждающая, такой кайф просто для лица, с экстрактами растений, маслом горчицы. Мгновенно пробуждает кожу лица, стирает следы усталости, уменьшает отечность, оказывает лифтинг-эффект, незаменимо в жаркую погоду и в режиме цейтнота в большом городе. Экстракты цветков арники способствуют укреплению капиллярности стенки сосудов, уменьшают проявление купероза. Экстракт цветков кресса оказывает антивозрастное воздействие, улучшает рельеф кожи. Биодоступные формы меди, магния и цинка оказывают укрепляющее и восстанавливающее действие на кожу. Искренне рекомендую. Следующий – это скрабик для лица обновляющий. Нежное средство с пудрой из скорлупы грецкого ореха. Она такая тоже немножко так охлаждает, приятно, да, даже для сухой чувствительной кожи рекомендуется. Как говорится, максимум от домашнего очищения лица. Нежные скрабирующие частички обновляют даже сухую чувствительную кожу лица. А природные компоненты в составе заботятся об увлажнении и насыщают витаминами. Искренне тоже рекомендую. Больше всего мне хочется рассказать про гидрогелевые наши патчи для лица. Девочки, это просто песня. Они сейчас идут у нас при заказе от 3 500 рублей до 8 марта за полцены. С экстрактом бурых водорослей. Здесь коллоидная платина в составе с экстрактами трутовика лакированного, листьев зеленого чая, розы и другие активные компоненты возвращают коже бархатистость и упругость, повышают тонус и обеспечивают антиоксидантную защиту. А запах, вы бы знали, аромат какой. Гидрогель дарит легкий охлаждающий эффект, убирает отечность и следы усталости, выравнивает тон и улучшает питание клеточек кожи вокруг глаз, способствует синтезу коллагена, повышает эластичность, микроциркуляцию крови и успокаивает кожу, оказывает выраженное противовоспалительное действие, нормализует внутриклеточный энергетический обмен. Экстракт листьев алоэ быстро увлажняет и разглаживает кожу, предотвращая раздражение и повышает упругость и эластичность кожи, особенно эффективны для сухой и шелушащейся кожи вокруг глаз. Глюкоза и высокомолекулярная гиалуронка в составе – это натуральные компоненты для мгновенного увлажнения кожи. Экстракт розы обладает сильным антиоксидантным действием, улучшает эластичность кожи, ее тонус, уменьшает выраженные аллергические реакции. Экстракт листьев зеленого чая оказывает антиоксидантное действие на кожу вокруг глаз, укрепляет сосуды, препятствует нарушению проницаемости стенки сосудов. Экстракт прокроната – это природный источник эллаговой кислоты, сильного антиоксиданта, который замедляет процесс старения кожи вокруг глаз. Гидролат чайного дерева – это натуральный антисептик.
Экстракт семян сои обладает мощным антиоксидантным действием. Стимулирует синтез собственного коллагена и гиалуроновой кислоты. Экстракт японского мандарина оказывает мягкий пилинг-эффект, выравнивая поверхность кожи. Экстракт листьев эвкалипта обладает натуральным противовоспалительным действием и тонизирующим, к тому же еще. Экстракт трутовика лакированного оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. От этого запаха вообще обалдеет такой легкий немножечко аромат. Экстракты водорослей и ламинарии оказывают выраженное антиоксидантное, увлажняющее и питательное действие, еще и витаминизирующее к тому же. Антибактериальное, улучшает клеточное дыхание. Перламутровый порошок в составе способствует нормализации клеточного обмена веществ. Коллоидная платина уменьшает проявление морщин вокруг глаз, улучшает эластичность и увлажняет кожу. Следующая масочка, которую я хочу рассказать, это отбеливающая маска для лица. При регулярном применении подавливает выработку меланина, темного пигмента кожи, оказывает осветляющее действие, снижает интенсивность пигментных пятен, выравнивает тон и текстуру кожи, проверено лично, активизирует синтез коллагена, поддерживает и увлажняет кожу, подтягивает ее, повышает упругость и эластичность. Тоже искренне рекомендую. И последнее, о чем я хочу рассказать, это пилинг для лица энзимный. Энзимы граната обеспечивают бережную эксфолиацию, обеспечивают и удаляют ороговевшие клеточки кожи вместе с загрязнениями и излишками кожного сала. Экстракт граната, богатый полифенолами и витаминами, уплотняет, увлажняет и тонизирует кожу, делает цвет лица более свежим и ровным. Не повышает фоточувствительность кожи, поэтому можно применять круглый год. Подходит даже для раздраженной кожи, так как воздействует только на ороговевшие частички, не задевая живые клеточки, в отличие от более агрессивных кислотных продуктов. Ферменты граната обладают сиборирующим эффектом, что положительно влияет на жирную кожу. Способствует также осветлению, пигментации различного происхождения и постакне. Вот такой мой обзорчик был масочек. Подробненько могу рассказать, пишите мне личное сообщение или по ссылке профиля в WhatsApp. Девочки, заказывайте такие масочки, радуйте свою кожу накануне весны. Будьте здоровы и красивы этой весной, и вообще круглый год.